они сейчас начали потихоньку придавать окрас священной войны. Да. То есть мы боремся уже не за Донбасс, Луганск. Мы боремся за нашу идеологию, а с ними воюет уже коллективный Запад, да. Который представляет идеологию ЛГБТ и так далее. А мы не хотим детей воспитывать в этой среде. Это уже дело принципа, поэтому... А когда дело касается принципа, люди перестают считать все прибыли, убытки, доходы, расходы. Они не смотрят, насколько это здраво, разумно и так далее. То есть таким образом Путин довел народ до безумия, по сути. До безумия. Это, во-первых, он четко понимает, что Россию никто не захватит. Во-вторых, он понимает, что все, дорога на Запад, международное сообщество для него уже закрыта. Соответственно, он уже готовится, я считаю, на такую изолированную страну, как Северная Корея. Они вполне спокойно сейчас говорят про импорт из Северной Кореи. Они по факту уже импортируют товары и военное снаряжение с Ирана. То есть они вообще начали смотреть на все это совсем с другой точки зрения, ну, другой взгляд. Многие либералы, особенно на Западе, надеются, что народ России снесет Путина, и там через 5-7 лет или там Путин умрет, или его отравят, и все в России опять, как в 90-е годы, пойдет либерализм, появится какой-нибудь Ельцин и так далее. А ты знаешь, я сейчас больше склоняюсь к версии, что этого не произойдет, что будет застой. Будет застой на долгие годы, будет военная экономика, потому что в целом нация сильно заражена.